сегодня нам удалось много чего сделать. Сегодня мы обшивкой занимались, потолки сделали и начали под пространство, где ноги. Еще нужно тут сверху закончить. А, там внутри, разумеется, где ноги и это место. На сегодня сматываем удочки. Сегодня также поснимали двери, стекла поснимали, хлопушку сняли, фары эти задние поснимали. И в следующее воскресенье будем продолжать ее клепать. Это новый бампер, силовой я заказал, чтобы лебедка была. Так что все пучком. Ладно, ребята, до следующего раза.